Я сейчас, мы находимся на корабле, на круизном лайнере. Вот это Майами. Мы сейчас как бы поднялись. Еще стоим, еще 3 часа до отправления. И мы стоим в порту. И вот здесь вот такой красивый вид на Майами открывается. Такой вот корабль. Это Carnival Cruise, название Carnival. Там вот шлюпки. Там еще на другой стороне тоже Downtown. Это Downtown, туда тянется, на другую сторону корабля. Девушка тоже снимает что-то. По-моему, по-бразильски разговаривает, по-португальски. Вот да, горки здесь. Ну, мы на, как бы на самом верхнем этаже, вообще 12 этажей. Полностью. Здесь на, мы ехали на лифте 12 этажей. Вернее, на лифте 11. Еще один этаж поднялись, и это получается уже 13-й или 14-й даже этаж с горками. Уже пошли. Вот там видно Даунтаун тоже, продолжение, как я говорила. Мы идем в комнату, нам еще комнату, когда мы сели на корабль, еще комнаты закрыты были, сейчас уже должны открыть корабль. В общем, вот уже багаж тут. Багаж мы сдали при входе на корабль, и нам должны в комнату его завести. Тут лифты. А, ну, а еще у нас. Мы сейчас в лобби находимся. Здесь диджей играет. Так, а здесь обеденная, где вот обеды будут проводиться. Тут вот ресторан. Так, мы сейчас идем в нашу комнату. Did you get a key? No, we're close to this. Where is the key? Did you get a key for the room? No, they're at the rooms. Oh. We passed it. А, в общем. Oh yeah, we passed it. А, должны быть ключи на комнате. Right here. Oh yeah. Where's the... Oh, right here. Вот комната у нас. What's that? Ключи возле комнаты, в общем. Okay. А. Так, все, вот эта комната. У нас просто простая комната, с большой кроватью и все. Oh, here's a... Oh, we don't have a window at all. Nope. Такая кровать, такая каюта. Здесь... Yeah. И здесь туалет. Вот туалет. И душ. Получается. И вот здесь шкаф. Так, темно, не видно. И шкаф. Все, такая вот комнатка у нас. Но говорят, что здесь, когда на круизном лайнере, в комнате мы не проводим время. Потому что там очень много развлечений. На самом лайнере мы посещаем 4 острова. Будем... На 4 островах.